про по художникам социалистического реализма с этого с самого начала, это 80-х годов. Много интересного узнал. Что у нас, оказывается, был свой сироп, советский свой сироп, и у нас он есть. И там и Дайнерс это смотрел. Да, очень. Я вообще балдею. Я говорю, у меня там один патетик 17 века. Мои монахи нет. Один в один моя школьная работа. Да. Я и тогда. Правильно. Каталог. А на самом деле ходили сами. Сидели, смотрели. 19 век в Италии. Один тут человек. У нас две морские и одна море пора. Нет, что я узнал, да? Я стоял сюда, увидел, что у нас есть гальдельмек. И вот я думал, что это старый сироп, а это есть более молодой сироп. Портрет. Вот такая очень любил ходить, когда она была в полипоскрытии, вот именно на это европейские художники, наши.